Привет, как дела? Привет, все отлично. Как сам? Напоминаю, через час начинаем. Ты самый утомительный продюсер в мире, клянусь. Ты не устал это повторять? Все, все, не отвлекай меня, давай. 5, 4, 3, 2, 1. Йоу-йоу-йоу, дорогие зрители, добро пожаловать на прямой эфир нашего канала «Первые», где мы ежедневно обсуждаем новости нашей с вами любимой Родины. Ну что ж, настали очень трудные времена для нас с вами, но ничего страшного. Главное держаться вместе, как я уже говорил. Мы должны быть нерушимы, как этот кулак. И тогда никакие враги нам не будут страшны. Итак, сходу первый вопрос. Недавно границы с нашей страной закрыли все члены Организации свободного доступа. Что ты об этом думаешь? Ой, да подумаешь, кому они нужны? Закрыли и закрыли. Я часто там бывал, но мне там вообще не понравилось, например. Вот еще новость. Председатель Нацбанка заявила, что в стране начнется небывалая инфляция. Не, ну как ее не назвать клоуном после этого, а? Надеюсь, вы, мои зрители, с этим согласны? Нам не впервые уже такое слышать. Итак, думаю, нам пора закругляться. Последнее сообщение на сегодня и все, пожалуй. Так, Международный трибунал задержал всю верховную власть нашей страны. Да, и это еще не все. Суд начнется через 24 часа. Друзья, уверен, это какой-то фейк, это какая-то ошибка. Мы же с вами понимаем то, что они могут говорить, что хотят, судить, кого хотят. Правда? На нашей с вами стороне. Пока. Алло. Привет, как дела? Привет, все отлично. Как сам? Напоминаю, через час начинаем. Да, помню я, помню. Давай. 5, 4, 3, 2, 1.